Светова Татьяна. Века прошли, а люди ждут и помнят его героя праведной Руси. К нему взывают и с надеждой просят, чтоб дух побед он в схватках приносил. Служил отчизне не за страх он, а за совесть. С врагом отважно, смело в бой вступал, порой не численностью, а умением своих врагов он в битвах побеждал.